Здравствуйте, меня зовут Нина Николаевна, я аттестована Министерством здравоохранения Украины как биоэнероинформатерапевт. Я вот хочу честно сказать, я не планировала больше записывать видео о канале «Мама-отличника». Я же говорю, мне неинтересно. Но сейчас я хочу записать два видео по поводу канала «Мамы-отличника» этой Елены Павловны. Во-первых, здесь и зрители пишут, чтобы я сделала еще несколько обзоров. Хотя она меня не интересует. Вот, ну, такое примитивное создание. Путь у нее один. Магазин, холодильник, плита, стол. Магазин, холодильник, плита, стол. Или еще чередуется. То есть женщина только ходит и брызгает своим ядом в сторону зрителей. Я не понимаю тех зрителей, которые ее смотрят. Зачем вам такой негатив? Ведь там ничего положительного вы не увидите. Ничего хорошего, там же ничего нет. Там, как зрители пишут, врет. И я говорю, врет. Сочиняет, выдумывает какие-то истории. И все это так, чтобы кого-то там вот размазать и уничтожить. Но вот зрительница написала, чтобы я записала очередное видео. Ну, о чем там записывать? О зрителях я сказала. Да, зрители разные бывают. Но, понимаете, на этих там, как я говорю, биороботов, на них и обращать внимания не стоит. И они обижаются так, как она обижается, еще больше злобствует и больше негатива. Ну, это ведь никогда... Ну, удали ты эти комментарии, если ты считаешь, что по отношению к тебе что-то несправедливое. А вот я зашла, и вы знаете, там у нее какие-то изменения, я так понимаю. Приехал ее муж, этот Михалыч. Вы знаете, вот я порадовалась за ее мужа. Во-первых, если не учитывать то, что он много лет, я так понимаю, пил, и я так понимаю, что пить-то он начал, когда он с ней сошелся. Что-то вот я такое помню, что-то там какие-то разговоры были. Возможно, я ошибаюсь, но я так понимаю, что когда она за него выходила замуж, он брал ее с двумя детьми, он помог ей, я так понимаю, вырасти в любом случае, если там не принимал участие в воспитании девочек. А, по крайней мере, деньги зарабатывал, и все равно это... Ну, потому что пишут, что она подростков этих девочек оставила, а себе жизнь устраивала. Ну, ничего не удивлюсь. Здесь же она тоже своего сына отселила к мужу-алкоголику и начала жить прекрасную жизнь. И вот алкоголизм ее мужа. Понимаете... Семьи где-то по молодости, где-то по глупости, где-то что, гормоны играют, выходят замуж, женятся. И уже как повезет, если сойдутся нормальные люди, вроде все нормально. А так, понимаете, бывают вот такие, как Елена Павловна, с заложенными энергиями злости, злобы. Ведь у нее вся вот эта энергия, такое ехидство, вот это все с ней ведь прет. Бывают, что очень агрессивные и мужчины, и бедные женщины страдают, и некуда уйти. И вот такое, я так понимаю, положение попал как раз в этот Михалыч. Ну, я вообще не понимаю, почему он столько с ней лет прожил. Или он вошел в эту в свой алкоголизм. Ну, это же как правило, понимаете, это пьют потому, что где-то не могут решить какую-то проблему. И это такой, по-своему, уход от проблемы. То есть, я так понимаю, уходить некуда было, наверное, что-то с жильем связано, или какая-то зависимость от нее, или что.
И я так понимаю, что он ее устраивал, наверное, деньги зарабатывал. Я не знаю, это такое, знаете, мои фантазии. Но, наверное, фантазии мои очень близки к той картине. Вот. И вот сейчас вот этот Михалыч видео открыла, и я видела, я просто удивлялась. Ну, не устраивает он тебя, ну, брось его. Ну, уйди. Ну, может, он найдет другую женщину. Может, он устроит свою судьбу. Нет, она спихнула сына и устроила себе красивую жизнь. Нужды в нем нет. И вот послушайте. Хочешь на час, хочешь на два, понимаешь? Хочешь на три, пока Лёвы нету. Вот. И квартира будет чистая, и ты... Я сейчас морально устойчивый, я не пью. Морально неустойчивый панкин. На зелье и женщина. На зелье не панкин, но... Такой порядочный, девочка. Порядочный. Три месяца не пьёт, порядочный. Вот смотрите, три месяца не пьёт, порядочный. Она уже ему тычет. Что ты себя здесь корчишь? Ты всего лишь 3 месяца не пьешь. А почему он не пьет? А возможно, он не пьет, потому что он тебя не наблюдает, твоего личика красивого, который ты там как можешь у косметологов его щекотуришь и все остальное. А может, он перестал пить, потому что он, когда ты уехала, другое дело, когда вы там жили рядышком, квартира рядом одна и другая, вы все равно там жили, и ты его постоянно унижала, ты его постоянно оскорбляла. Я так понимаю, и ограничения в деньгах, то есть у него там маленькая пенсия, как у всех, я так понимаю. И понятно, когда у нее деньги еще с Ютуба, и, понимаете, вот власть. Мужчина, муж терпел постоянное оскорбление со стороны этой высокомерной, злобной Елены Павловны. И когда с горизонта исчезла Елена Павловна, мужчина перестал пить. Это о чем говорит? Что у него вот это ушло стрессовое состояние. Что он возвращается домой, и он знает, что даже в соседней квартире этой морды личика Елены Павловны нет. У него нет стресса. Он живет как обычный пенсионер. Ему не надо заливать, чтобы расслабиться и не наблюдать и не слышать те оскорбления. Ведь она постоянно его оскорбляла. Кодировали, да? Ну и что? Ну и что, что ты кодировала его? Если человек живет в стрессе, он не может расслабиться. Кодирование – это не решение проблемы. Надо как-то решить проблему, которая человека толкает на алкоголизм, на пьянство каждодневное. И если он столько, 25 лет пропил, я вам скажу, что это еще мужчина довольно-таки хорошо сохранился умственно, в отличие от Елены Павловны. Она подчеркивает ему: 63 года тебе, у тебя маленькая пенсия. И что? Он тебе мало сделал добра? Помоги ему, дай ему пожить. Дай, пусть отдохнет от тебя, от пьянства. Возможно, еще встретит женщину нормальную, не такую злобную. И все у него нормализуется. Женщины, обратите внимание на этого мужчины. Я не чувствую в нем агрессии.
Он постоянно просто такой, знаете, в защите, такой, ему приходилось постоянно от нее защищаться, от постоянных ее оскорблений. И вот кажется, ну, перестал человек пить. Ну, поддержи его, а не тычи в него. Не унижай, не принижай вот те его достижения. Ведь если человек всю жизнь пил, ну, не всю жизнь, а ту часть жизни, с которой он с тобой жил, и взять себя в руки и прекратить пить, это его поддержать надо. Помоги ему жить нормально, помоги ему деньгами. Если ты такая богатая и покупаешь пирожки за 60 рублей. Вот иногда вот, понимаешь, ну я же говорю, ну неинтересная она. Неинтересна абсолютно. Ну я когда смотрю, и вот я же говорю, биоэнергоинформатерапевт. То есть я смотрю вот просто видео через экран. Я чувствую, где человек нормальный, где человек агрессивный, злобный. И, ой, все уничтожает, все всех в каток проходит катком, укатывает людей, сбивает с ног. Я не понимаю, зрители, столько агрессии вокруг. Ну, я если смотрю где-то каких-то блогеров, то только с целью что-то узнать, где-то отдохнуть, где-то что-то услышать. Если я кино смотрю, фильм выбираю в Ютубе, опять же я выбираю, чтобы что-то было спокойное. Ну, извините, зрители, честное слово, я не понимаю тех, которые выбирают вот такие каналы. Ну, разве что тренироваться в высокомерии, тренироваться в чванстве и учиться, как гробить свою жизнь. Ведь она уничтожает свою жизнь. Ну, все люди взрослые. Но я за этого Михалыча очень рада. Молодец, молодец. И я так понимаю, что это способствовало то, что она уехала все-таки далеко, и они не живут на одной площадке. И это очень хорошо. Ну, возможно, мужчина на старости лет хоть поживет спокойно. Я думаю, ну, разве что она или заставит его приехать, потому что с головой-то уже не все в порядке. Здесь же они смеются, что ей надо татуировку выбить, телефон, там, адрес, имя, отчество. Здесь сын с мужем смеются. Ведь там уже серьезные проблемы. Ну, конечно, серьезные проблемы. Так жить, так злобствовать, тратить столько энергии, злости. Есть такие продукты, которые наносят вред. Хотя она хвалится, что в ее понимании дорого, это значит полезно. Нет. Дорого, это не значит полезно. Я в своих видео стараюсь людям объяснить, что полезно, что не полезно. И вы знаете, как правило, то, что дорого, не всегда имеет какое-то отношение к полезности. Ну вот, сказали, еще видео записать. Вот зашла, записала. И очень рада за Михалыча. Вот такое, знаете, положительное... Нашла на канале «Мама отличника», что мужа наконец-то отпустили, и муж расслабился, и не надо напиваться, чтобы вот это не видеть. До свидания, всего хорошего, заходите. Это мое субъективное мнение. Я желаю всем только добра и здоровья.